Андрея Малышка, 31А. Кирпичный дом на 9 этажей, 1973 года постройки. В доме 4 парадных. Входы отремонтированы, на дверях установлены домофоны. Во дворе чисто, деревья ухожены, скамейки отреставрированы. Детская площадка старая, одна на несколько домов. Во дворе дома детский сад. Школа в 10 минутах ходьбы. Рядом рынок. Магазин «Фора», большой детский магазин, отделение банка, поблизости источник бесплатной питьевой воды, недалеко большой торговый центр с еще одним супермаркетом. Состояние дома удовлетворительное.